Я жил и родился и жил в городе Тамбове, в областном центре, который по количеству населения чуть меньше, чем районный город Череповец. Вот уже больше полвека я в Череповце. Когда я приехал, конечно, на меня он просто такое влияние оказал, что просто поразил мне своей быстротой. Тихий городок, такой, значит, вот, старинный, патриархальный Тамбов. И вдруг такой ритм. А он как раз этот ритм совпадал с моим ритмом. Я тоже люблю вот так быструю жизнь. И, естественно, я влюбился в Череповец. По образованию я учитель географии, далеко не историк. Не журналист, а рабкор в свое время. То есть это все пришло ко мне со временем. И толкало мне это вот любовь к городу Череповцу. Я в свое время, вот когда собрал много материалов, обратился к Рейтману, кандидату исторических наук. Давайте вместе вот напишем историю, вот, роль Бардина. Ну, он, значит, ну, я, говорит, кандидат исторических наук, а ты кто? Ну вот, пришлось мне все самому дальше идти. Послал материал в северо-западное книжное издательство. Там вернули, значит, ну, в то время было много засекреченного материала, и уже не проходило это. Ну, и я даже рад тому, потому что она была как бы, вот эта вот книжка, которую я создавал, она, ну, как научный трактат почти, не очень интересный. Я посчитал, что историю, чтобы ее лучше знали, надо делать увлекательной. И поэтому вот постепенно пришел к этому. Но такие вот книги, как просто исторические книги, во всех городах есть. Вот эта книга, это уникальная. Такая книга есть только в Череповце. Ни в каком городе вы не найдете. А вот этот вот экземпляр, который я держу, это уже сверхуникальная, потому что она с автографами у всех, вот, кто был на первой презентации. Тут и расписались и авторы, и губернаторы, и Мордашов, и Позгалев, и прочие. Такую книгу издали мы, листая старые страницы. Это действительно, значит, она была под таким девизом: любимому городу. Это книга о Череповце, значит, это как благотворительная акция. Значит, вот я обходил руководителей предприятий, руководителей там мэры, заместителей и прочих директоров комбината, значит, дружно, значит, отказались внести все 25 депутатов. Ну, заместители и прочие, я, например, рассчитывал так, ну, по своей, может быть, наивности, то, что вот кто руководит городом, кто вообще во главе предприятий стоит, это прежде всего патриоты своего города, они любят город. И что им там, значит, допустим, 500 тысяч рублей сдать или приобрести 1000 экземпляров для того, чтобы потом подарить человеку, который уходит на пенсию, поздравить, или школам подшефным дать, чтобы, значит, выпускникам своим, значит, но этого не произошло. Тогда, значит, вот все-таки вот эта книга вот вышла, листая старые страницы, вот, тут директора «Северстали» в полном составе, во главе с генеральным директором Тороповым, значит, внес свою лепту, и вот такая книга тут. Действительно, очерки – это сжатая история нашего Череповца в авторском исполнении. То есть то, что печаталось на протяжении нескольких десятилетий.
десятилетий в газетах, журналах о нашем городе. Ну и вот эту книгу, второе издание, я свою миссию выполнил, подготовил ее не только историей, но и современность, и взгляд в будущее, добавил, что-то изменил. Вот, вплоть до 15-го года все мы сделали, вплоть до того, что приезжал в город Путин и что ему понравился город Череповец. Ну, как вы знаете, произошел кризис, и вот этих денег, которые собрали 600, по 600 рублей, явно не хватало на это издание, и пришлось вот уже называть Череповец «История современность» без экономики, без культуры, без музыки и так далее, и так далее. Но зато история есть. Я думаю, эта книга все-таки не последняя, не последняя. Я думаю, значит, вот коммерция все-таки сработает, и такая боевая женщина, как Елена Васильевна, она все-таки и третье издание может сделать, и так, чтобы мог каждый в семье иметь такую книгу. Историки, хотя вроде бы о чем писать, скажем, да, что было, уже не изменишь и так далее. Но вот что касается археологии и древней истории, я хочу сказать, что вот с того времени, когда вышла книга, кое-что о Череповце, так сказать, в глазах археологов, историков, занимающихся древней историей, изменилось. Ну вот буквально в прошлом году в Казани состоялся 4-й археологический съезд общероссийский, и значит, мне пришлось доложить там, значит, память, в смысле, рассказ, вернее, изложить рассказ о двух центрах, крупнейших центрах севера, наших Синеи на Белом озере, это Луковец и Череповец. То есть Череповец был представлен как протогород, то есть будущий город, который существовал с 10 по 13-14 век, как и Луковец, впрочем. Значит, то есть мы сейчас рассматриваем все пространство от Октябрьского моста до Соборной горки, то есть после долгих раздумий, скажем, поисков и находок, мы рассматриваем как единая заселенная территория во время вот 10-11 века. То есть это исторический центр, ядро, так сказать, будущий город. Правда, сразу говорю, что город он не вырос, город, как скажем, Вологда, например, да, и существовавший и в 17 веке, в 18-м. Этот город прекратил свое существование, протогород, где-то к 14 веку. Одной из причин мы называли, возможно, чума, скажем, да, которая привела, так сказать, а другая причина, наверное, экономическая больше. То есть исчез ресурс, который питал вот этот город или города, небольшие городки, Луковец и Череповец, пушнина. И пушнина была вся перебита. К этому времени народ стал заниматься, так сказать, земледелием, то есть более прозаическими вещами, занятиями, скажем. И действительно в город не превратился этот центр небольшой, а стал вот таким околомонастырским, скажем так, селением, большим или маленьким, я не знаю, но, во всяком случае, то есть он вот первый свой этап существования он завершил как раз в 15 веке. А далее судьба все-таки распорядилась более справедливо по отношению к Череповцу. То есть таких городков, как Луковец, скажем, да, то есть они превратились в село, существовали как село и исчезли как село. А город Череповец, он мог бы стать, скажем, около монастырской слободки, и больше ничего с ним не произошло. Но все-таки в 1777 году Екатерина, видимо, чувствуя, так сказать, или так сказать, под влиянием чего-либо, она все-таки утверждает город Череповец именно в этом месте. То есть тот самый городок, который существовал 3,5 века, до 14 века он проявляется в городе. В том самом городе, в котором мы с вами живем.
Вот, и после этого я стал сам писать книги по черепанинским святыням. И занимаясь этой работой, с удивлением обнаружил, что оказывается у нас ну, просто место само по себе удивительное. Вот. Вот моя статья, которая там называется «Черепанинская Филаида», вот, она начинается с вопроса. Я задаю вопрос, какой из монастырей в пределах Вологодской области в 15-16 веках был самым влиятельным. То есть, ну, кто, какой, во-первых, мне ум приходит, на Кирилло-Белозерский, может быть, Спасо-Прилуцкий монастырь. Но, оказывается, самым влиятельным это был наш Череповецкий Воскресенский монастырь. И даже еще более такой странный вопрос я задаю, какой из монастырей знаменитая Троица Сергиева Лавра, которую все прекрасно знают, да, и откуда, кстати, и вышли наши череповецкие святые, вот, или Череповецкий Воскресенский монастырь в 15-м, первой половине 16 века имел более высокий статус. И оказывается, что опять же наш Череповецкий Воскресенский монастырь, который в то время имел статус архимандрития, это очень влиятельный центр монастырской вотчины, а Троица Сергиева Лавра, она стала архимандритией на 100 с лишним лет позднее, чем Череповецкий Воскресенский монастырь. У нас в пределах Череповца, Череповецкого края, тоже много таких удивительных событий происходило. В частности, недалеко от Череповца, в селе Воронин, на месте нынешнего села Воронина, явилась чудотворная икона Божией Матери. Вообще, вот мне понравилась проповедь одного батюшки, он говорит, что вот явление чудотворных икон Божией Матери – это явление вселенского масштаба. Вот. И если вот задам вопрос, какие иконы вы явленные Богородицы назовете, я думаю, что ну, одну-две обычно называют не больше. Толстая, Тихвинская, ну и все. Дальше уже вроде бы информация исчезает. Вот. И вот оказывается, что недалеко от Череповца была вот третья такая икона, Воронинская, которая действительно была очень большой святыней, привлекала очень много богомольцев, много паломников. Вот. Но, к сожалению, вот память о ней опять же забылась. Потому что все-таки наш Череповец, хоть и говорят, что он промышленный гигант, но здесь тоже есть своя культура и музыкальная, и театральная, и художественная. И есть профессиональные какие-то музыкальные учебные заведения, наши учащиеся. Хотя тоже там спят и видят, чтобы ими не было, и в лучшем случае, чтобы сделать филиал Вологодского колледжа. Вот есть очень много учителей музыкальных школ, которые действительно вот такие самоотверженные люди, которые все свои силы жизненные положили, чтобы дети учились музыке, были хорошими детьми. И вспомните замечательные наши народные коллективы, это и капелла мальчиков, Оганя Татьяны Владимировны, и симфонический оркестр Валентина Головина, который тоже уже 20 лет, вопреки всему, живет. И вот несчастный хор Зуева, который опять какие-то козни теперь строят, говорят, что вообще не нужны. Нет, нету козни. Вот, нет козни? Нет. Ну это хорошо, просто я прочитала вот в Фейсбуке «Вопль души» очередной. Ну, читайте козни. Читайте книги. Будем надеяться, что хор не закроют, и будет он дальше существовать и жить, и всех нас радовать. То есть нам есть чем гордиться, есть что слушать, и по сути дела получается, что в этом городе, маленьком городе вот таком, но знаете, он какой-то все-таки город европейский, в хорошем смысле слова. То есть он самодостаточный, у нас все есть, а чего нет, мы захотим, сделаем сами, а не будем за бешеные бабки кого-то на стороне покупать. Знаете, время нещадно съедает все. Вот мы недавно с Римой Сергеевной, значит, посмотрели, благодаря библиотеке нашей, вот, в которой мы сидим, они издали книжку, что Череповец глазами журналистов за 50 лет. 50 лет мы назад приехали сюда, в Череповец. Я со спором Красного с севера сюда специальными по Череповцу и Череповецкому району. Рима Сергеевна приехала сюда, корреспондент областного радио. И, конечно, мы сразу окунулись в тот ритм. Мы приехали в тот, мы не из Тамбовска приехали, а из Вологды. И в тот ритм мы, конечно, сюда сразу росли. Я, работая на комсомоле, сюда отправлял, как говорится, комсомольцев по комсомольским путевкам. Потом сам в этот город приехал. И, конечно, было очень-очень интересно, чтобы эту книгу знали все. Потому что первое издание показало, что книга очень нужна всем. Я могу сказать, что, увидев этот фолиант, я удивилась двум вещам. Первое. Имея отношение к нескольким изданиям истории Череповца, я знаю, насколько трудно обобщить многочисленные факты и выстроить единую ткань, единую логику.
Я знаю, как трудно дать объективную историческую оценку по современности, потому что закономерности хорошо видны издалека, современность очень трудно обобщать. И было очевидно, что с авторской точки зрения труд уникален. Но в то же время было очевидно, насколько уникален макет этой книги. Никакой издательской ревности не было, было восхищение работой, грамотной работой дизайнеров издательского дома «Череповец». И вот сожалею, что не смогли прийти, но хотела бы, чтобы аудитория мысленно поблагодарила Сергея Николаевича Герсименко, художественного редактора издательского дома «Череповец», который, собственно, сделал этот великолепный макет, великолепный со всех точек зрения. И мы разрабатывали акцию «Народная подписка» как военную операцию. Мы безусловно, подхватили планку Бориса Васильевича «Даешь 10 тысяч». Мы проработали, как можно было бы достичь это число подписчиков. Мы набирали волонтеров среди членов клуба экскурсоводов, среди работников центральной библиотеки, среди просто студентов ИСТФАКа и других заинтересованных лиц. И мы очень рады были видеть, что встали в ряды волонтеров очень живые заинтересованные лица. Люди, которые историю Череповца пропускают через себя. Хотела бы отметить нашего, по-другому не сказать, героя, Надежду Дмитриевну Филимонову, которая, будучи волонтером, подписала 350 человек одна, прочесала Северсталь, всех своих знакомых. Я, говорит, шла по улице, смотрю, фирма стоит, зашла и им рассказала про историю Череповца. Человек уникальный. Я хотела бы низкий поклон и величайшую благодарность выразить работникам библиотечной системы, потому что невидные, незаметные всегда, но такие искренние, такие доброжелательные, что бы мы значили без вашей поддержки. Спасибо вам огромное. И кроме того, я не знаю, как это сказать, но издание книги двигалось народной любовью, потому что когда действительно проект пережил драматические времена, когда серьезно решался вопрос, что, наверное, стоит просто вернуть деньги и сказать, да, не получилось, да, экономика оказалась сильнее, подписчики стали звонить и говорить, какой возврат денег? Мы платили за книгу, давайте думайте что-нибудь там, мы хотим эту книгу, и все. И в результате опять-таки, совещание с народом родился вот этот вот промежуточный, пускай скромный, но все-таки вариант, когда книги получила доступ, да, не тысяча даже человек, вот книга вышла тысячным тиражом, а учитывая членов семьи и учитывая то, что книга будет в библиотеке, гораздо большее количество. Поэтому, безусловно, народная подписка, но, наверное, она потому и народная, потому что двигается не какой-то волей издательства или самолюбием автора, а движется волей народа. И, наверное, это и есть самое истинное движение этого проекта. Очень было тяжело, правда, очень трудно, потому что люди подписывались, они переживали, звонили нам, спрашивали, мы всех успокаивали, говорили, что все состоится, вы не переживайте, что все будет хорошо. И мы очень рады, особенно в библиотеке, потому что это действительно уникальный проект, на мой взгляд. Такой книги у нас в библиотеке, вот первого издания, есть два экземпляра, и мы их бережем как зеницу ока, потому что это правда уже библиографическая редкость. И такой книги нет, даже в Вологодской областной библиотеке, если я не ошибаюсь, она есть только у нас. То есть в Вологодской области вот в библиотеках есть только у нас в Череповце, поэтому мы гордимся тем, что есть. И 10 экземпляров книги мы по народной подписке в библиотеке все-таки приобрели, и они появятся в библиотеках нашего города. Я надеюсь, те череповчане, которым не достанется из тысячного тиража, придут в библиотеку посмотреть, полистать, почитать вместе со своими детьми и сами. И мы все ждем. Вот, поэтому 10 книг, они уже в обработке, и скоро, надеюсь, появятся у нас в библиотеках. Спасибо вам всем за ваше неравнодушие, за то, что вы действительно любите наш город, и за то, что эта книга все-таки появится на полках череповчан. Книга «История Череповец. История и современность» создавалась на основе первого издания и содержит 280 страниц истории и современности Череповца. Книга потрясающе уникальна по насыщенности материала, по впервые воспроизведенным документам, по глубине и обобщенности материала, по
Поэтому все, кто имеет эту книгу, безусловно, обладают наиболее полноценным знанием об истории нашего родного города. Эту книгу можно будет приобрести после 1 октября в свободной продаже в книжных магазинах. Можно будет приобрести напрямую в издательском доме «Порт-Апрель», потому что там она будет продаваться без торговой наценки. Ну и тем, кто успели подписаться, безусловно, можно прийти и просто получить эту книгу в Центральной городской библиотеке.